просто, но я внутри. Объясни еще раз. В посохе скрыт искусственный интеллект или разум, который может снять печать Атлантиды? Вроде того. Знаки в гробницах как-то связаны со знаками на посохе. Как? Расскажу, как только выясню. Поверю тебе на слово. Будь осторожней. Странно. Я думала, Коля в полу фишка персов. Здесь покоится царь Фиф. Я и впрямь вижу это все своими глазами. Все как новое. Похоже на органику. Краска, дерево. Будто ни дня не прошло. Может, они сохранились благодаря химическому составу воздуха? Есть гробницы, где лежат трупы с полностью сохранными волосами и ногтями. Спустя 1000 лет. Обсудим трупы, когда я уйду отсюда. Вот это да. Статуи прекрасно сохранились. В знак почтения люди жертвовали собой. Первый символ здесь. Первый из трех. Прекрасно. Очень похоже на созвездие. Лейла, у нас отказали все датчики. Как ты там? Хорошо, хорошо. Остается найти еще два. Я возвращаюсь в Анимус. Система сильно сбоит. Нужно прерваться и выяснить, в чем дело. Прервемся, когда снимем печать. Отбой.
Давай. Хранитель, гробница ждет наследницу. Здесь наследница памяти увидит, как зарождается жизнь из смерти. Жизнь в гробнице? Не зная я о силе посоха, не поверил бы. Она принесет жизнь туда, где царит смерть. Ты же обречен на потерю. Закрой глаза и представь того, кого больше не увидишь. Что бы ты сказал? Я бы обнял этого человека и сказал, что мы еще встретимся. Запомни этот ответ и связанную с ним боль. Уж я-то не забуду Алитея. Я всегда буду помнить. Я буду хранить. Наследница памяти готова увидеть гробницу? Думаю, да. Альтаир 2, прием. Альтаир 2 на связи. Новая цель — гробница Ориона. Вернусь и все объясню. Альтаир 2, я пробралась внутрь. Похоже, я делаю успехи. Но если надоест быть ассасином, станешь взломщицей. Может, не стоит рисковать? Мы не знаем, что было источником помех, а в воспоминаниях Анимуса наблюдаются погрешности. Я это учту, доктор. Отбой. Хоть бы там не было воды. Все разваливается. Грабитель был отравлен.
Второй символ близко. Ты справляешься, несмотря на старания чужака? Чужака? Ты о Вики или о ком-то еще? Дыра в потолке. Как забраться туда? Второй символ. Еще одна часть созвездия. Может их соединить? Альтаир 2, слышите меня? Чужак слышит нас. Какой чужак? Лейла, мы тебя слышим, но связь нестабильна. Ты нашла второй символ? Да. И уверена, что Алексио знает, где третий. Я возвращаюсь. Как твой врач и друг, я прошу тебя, остановись. Мы не можем обеспечить твою безопасность. Посох... Посох дает бессмертие, Вики. Все хорошо. Лейла, прошу. Тея ждет в гробнице Агамемнона. Хранитель, подойди. Алитея? Ты в гробнице Агамемнона. Именно здесь наследница памяти найдет нужный символ. И что теперь? Теперь относительно. Сможет ли наследница открыть глаза и увидеть символ? Найдет. А что делать мне?
подождать здесь? Мы выполнили свой долг. Настал ее черед действовать. Я готов с ней встретиться. Когда же? Ты все понимаешь. Кроме одного, ты только ждешь встречи, а наследница уже хорошо знает тебя. Так что мне делать с посохом? Хранить, пока он хранит тебя. Задача хранителя – не поддаваться смерти. Все, кого ты знаешь, все, кого ты любишь, умрут. Ты полюбишь снова и снова потеряешь, и будешь жить. Было несложно. Альтаир-2, я знаю, где следующий символ. Отлично. И где? В гробнице Агамемнона, в Аргалиде. Альтаир-2, слышите меня? Мы слышим. Лейла, ты должна кое-что знать. Помехи в коммуникациях создает внешний источник. Это кажется невероятным, но, похоже, нас подслушивают. Я думаю, это все посох. В том-то и дело. Я узнаю этот способ взлома. Это не ИСУ. Очень напоминает алгоритм Эрудито. Если бы нас взломали, я бы знала. Неважно, уже скоро я найду третий символ. Знать бы, в каком порядке они идут. Попробуй просто подобрать. Комбинаций ведь не так много. Вполне возможно, что второго шанса снять печать не будет. Ладно, придумаю что-нибудь, когда мы вернемся в Атлантиду. Вот это да. Что там? Не хочу портить сюрприз. Скажу одно. Когда я вернусь, вы ахнете. Телу, наверное, тысячи лет. Эти плиты на полу. Надо глядеть в оба. Надо придумать, как пройти. Последний символ уже близко. Если хранитель не знает порядок, его должна знать его сестра.
тупик. Последний символ. Еще одна часть созвездия. Теперь все сложится. Альтаир 2, слышите меня? Думай, Лейла. У гробницы Этиокла Алитея сказала, Деймос покажет то, что не может Хранитель. Фидий знал то, чего не знал Ферос, и его убили. Она мудра. Альтаир 2, ответьте. Лейла, это ты? Удалось найти символ? Три из трех.
Нам надо вернуться в Атлантиду. А пока сравним наши символы с известными созвездиями. Считайте, это наш план Б. А план А? Алексиус знал, где искать символы, но не знал порядок. Этим секретом владеет Деймос. У нас есть ее ДНК. Что? Это безумие. Не безумие. Я настроена решительно. Вернусь в Атлантиду и все сделаю. С вашей поддержкой или без нее. Нет. Может быть, еще немного. Вот ты где. Ты? Брисон? Я не хочу этого делать. Не хочу! Ты? Брисон? Меня зовут Деймос. Нет, ты легенда. Тебя не существует. Существую. Сейчас ты поймешь. Лейла, у тебя участилось сердцебиение и повысилась температура. Что происходит? Итира! Коргат! Метин! Это все, что я знаю! Поверь мне! Нет! Я не хочу этого делать! Итира! Коргат! Метин! Это все, что я знаю! Поверь мне! Я не хочу причинять тебе боль. Я твой друг. Ответь, откуда эти символы? Ты ведь расскажешь другу? Тира! Коргат Метин! Хочешь разозлить друга? Возьми себя в руки! Лейла, там опасно! Нужно вытащить тебя! Нет! Не бойся! Все мы умрем! Просто... Ответь на мой вопрос! Итира! Коргат! Метин! Итира! Коргат! Метин! Итир! Коргат! Метин! Лейла, мы завершаем сессию.
Итира, Коргат, Метин. Лейла? Ответь. Вики, как ты могла? Иначе было нельзя. В сознании Деймос ты погибла бы. Чужак, он слушает. Он? Сигма, открываю огонь. Док, назад! Йоси ранили! Альтаир 2, прием! Альтаир 2, Вики, кто-нибудь, вы слышите? Печать ждала слишком долго. Я не могу. Я видела разум Деймос. Связи с командой нет. Анимус опасен. Испытания только начинаются. Хорошо, я справлюсь. Наследница есть сила и стойкость. Итак, назови имя первого символа. Этот символ я нашла первым, и Фиди тогда сказал Итира. Ты вспомнила. Наследница слышала порядок символов. Пора назвать имя второго. Вот этот символ. И во второй раз Фиди явно сказал Коргат. Наследница не просто помнит, но хранит память в себе. Итак, последний символ. Вспомнила. Фидий, сам того не осознавая, случайным образом открыл порядок символов. Он сказал Итира, Коргат, Метин. Лейла, ты нас слышишь? Вики, вы живы? Отряд Сигмы ворвался на корабль. Киоси ранили, но я остановила кровотечение. Он спас нас. Дело не в посохе. Кто-то удаленно взломал нас и перехватил сигнал. Я зашифровала новый канал передачи. Придется помолчать, пока все не стихнет. Хотя бы скажи, как ты? Рада, что все живы. Послушайте, я сняла печать. Атлантида открыта. Прошу, пока нет безопасного соединения, не заходи. Мне и самой не терпится, но мы должны действовать вместе. Как скажете, доктор. Атлантида давно ждала нас и подождет еще. Здесь я буду в безопасности. Сообщи, когда Киоси поправится. Он будет рад услышать тебя. А пока Альтаир 2 вне доступа. Есть там кто? Виктория? Лейла? Вовремя. Я установила безопасное соединение. Полиморфный код не взломать. Рада тебя слышать. Как там Киоси? Ты его знаешь, он живучий. Не стоит волноваться. Сигма, не верится, что эти твари нашли Альтаир-2. Оказалось, наш сигнал перехватил сам Юхани Отсоберг. Видно, устал от роли Черного Креста и беготни за культом Юноны. Так и знала, что какой-нибудь отчаявшийся хакер из Рудита кинет нас. Они знатно наследили. О нет! Отца все слышал? Если он расскажет другим тамплиерам из Внутреннего Святилища о наших планах, на нас натравят всех головорезов Абстерга. Раз Берг до сих пор не нашел тебя, все в норме. Ладно, если вы снова готовы прикрыть меня, чего же мы ждем? Посмотрим, что за печать такая. А где Виктория? Ну... Ладно, поехали. Какой простор! Эхо! Похоже на троны правителей.
Но кто на них сидел? Здравствуй, наследница памяти. Наконец-то мы встретились. Бунтари всегда найдут способ. Приятно видеть тебя во плоти. Или это голограмма? Наши реальности должны были пересечься. Это был лишь вопрос времени. Кажется, мы здесь не одни. Виктория? Что ты здесь делаешь? Лейла, отпускать тебя одну было слишком опасно. Я хотела лично приглядывать за тобой. А это кто? Это Алитея. Ее голос исходил из жезла. Она Ису, Виктория. Представляешь? Я очень долго изучала человеческую речь, чтобы не звучать, как говорящая палка. Ей точно можно доверять? Выбора все равно нет. Без нее нам не узнать о жезле больше. Я знала, что наследница памяти отправится в путь с хранителем Алексиосом. Тебя я не знаю. Тебе можно верить? Естественно. Я врач и должна следить за жизненными показателями Лейлы. Она не будет мешать. Все равно. Этот путь твой и Алексиоса. Чтобы противостоять влиянию жезла, нужна сила. Когда Алексиос напитает силой себя и жезл, ты тоже почувствуешь эту связь. Лейла должна войти внутрь? Так не пойдет. Кто знает, к чему приведет контакт с технологиями Ису? Не я, Виктория. Я вернусь в Анимус и сделаю все в облике Алексиоса. Да, Алитея? Твой путь начнется там же, где путь Хранителя. Анимус покажет, куда идти с помощью симуляции. Как скажешь, Лейла. Но мы должны быть осторожны. Мы будем следить за тобой. Ты готова? Да, готова. Пожелай мне удачи. Связан с Ису. У него одна кровь с теми, кто пришел раньше. Пожертвуй кровью, что вас связывает, и великая печать откроется. Как скажешь. Здравствуй, хранитель. Ты находишься в тронном зале Атлантиды. В этом зале находятся остатки технологий Ису. С их помощью ты начнешь свой путь. Наверняка у тебя есть вопросы. Ты сказала, что этот зал предназначен для наследницы. Но я вошел без труда. Ты заплатил за это кровью, которая так похожа на нашу. Мама говорила, что в нашей крови сила. Значит, это правда. Это место. Пифагор знал, что оно существует? Нет, я не стала показывать ему. Ису возвели зал для других целей, а троны были лишь тронами. Теперь в них мои симуляции. Не бойся, я покажу. Еще задание. Всегда хранитель. Пифагор использовал жезл в личных целях, чтобы получать знания. Он был слаб.
ты нет. Ты проживешь не одну жизнь, прежде чем передашь эту ношу наследнице. Чтобы выдержать тяжесть жезла, нужно обрести силу. Ты найдешь силу в Элизии. Царство мертвых ждет, хранитель. Что? Но я жив. Если я жив, как я вернусь из царства мертвых? Эти порталы — симуляции. Они сделаны для тебя. Ищи источники силы, откровения хранителя. Они будут воздействовать и на наследницу. Чтобы найти в царстве мертвых все источники силы, тебе придется двигаться вперед. Ты просишь слепо довериться тебе. Ты поклялся служить нашему делу, хранитель. Помни, я на твоей стороне. Я не дам тем, кто пришел раньше, решать твою судьбу. Найди в себе силу, покажи жезлу, на что ты способен. Подойди к первому порталу. Назад пути нет. Доверюсь ей. Тебе стоит быть аккуратнее. Тебе здесь не место. Боги! Ah!
Еще никто не бросал им вызов. И тем более не побеждал. Скажи, кто ты, или умрешь. А, я Гермес. Мое лучшее творение может держать только потомок Пифагора. Я знаю, зачем ты здесь. Хочешь обуздать жезл? Как твое имя? Алексиос, но жезл зовет меня хранителем. Что это за место? Хранитель, славное имя, и путь тебя ждет славный. Это благодатный край Элизий, и им правит могущественная Персефона. Элизий — подарок ее мужа Аида. Она его пленница, а этот дивный созданный ею мир — ее единственная радость. Но с ролью царицы она справляется уверенно. Элизий — пристанище героев. В детстве я мечтал увидеть его воочию. Но зачем она напала на меня? Правители серьезно относятся к вторжению чужаков. К слову, весьма неожиданно встретить здесь живого человека. Я должен пройти испытание и покинуть это место. Великая печать, говорящий жезл. Все очень запутано. Позволь мне объяснить. Жезл — дар, а не игрушка. Он может быть ключом, оружием и инструментом для достижения власти. Здесь ты научишься управлять им, пока он не взял верх. А потом Элизий можно покинуть через особые врата, но Персефона никогда не даст разрешения. Мне нужно туда попасть. Поговори с ней. Кто знает, может, решишь остаться? Можно сходить к Гекате, другу и советнику Персефоны, или проявить себя. Каким образом? Персефона беспокоится. В наследии Девкалиона, что к югу отсюда, царит беззаконие. Зачем я все это говорю? Ты сам сказал, все очень запутанно. Элизий выглядит мирным, но у всех нас есть свои тайны. Расскажи о себе. О себе? Меня впервые просят рассказать о себе. К западу отсюда моя скромная мастерская. Великая часто кажется скромным. Загляну в наследие Девкалиона. Персефона ценит поступки. Если мятеж представляет для нее угрозу, его нужно подавить. Можно пойти к Гекате. Можно. Но она нелюдима. Обитатели приюта Фераи, что на востоке, знают, где она. Спроси их. Пожалуй, сразу пойду к Персефоне. Не торопись. Дай ей время остыть. Ты найдешь ее в величественном Акрополе, возвышающемся над Асфаделевыми лугами. Расскажи мне о жезле. Мне нужно познать его силу. Найди в Элизии мои источники энергии. Восприятие Гермеса. Они наполнят тебя и жезл силой. Лишь тогда ты сможешь двигаться дальше. Иначе жезл не обуздать. Ты точно больше ничего не хочешь узнать? Хайре. Когда поговоришь с Персефоной, найди меня в Вере Миноса. Очень жду вестей о твоих успехах. Ладно. Чуть не забыл. Я кое-что изобрел для вас, бескрылых смертных Элизия. Крылья Гермеса. Опробуй их.
Давай, вперед! Требует твоего присутствия. Крылья Гермеса. Это они? Малака, как быстро! Huh?
Я хочу покинуть Элизий. Помоги сбежать, и ты меня больше не увидишь, обещаю. Я бы рад, но Персефона хочет, чтобы ты остался. Когда ты поймешь, что ты для нее лишь игрушка? Думай, что говоришь. Остынь, не то Персефона оскопит тебя. О, я забыл. Она давно это сделала. Разве мертвые чувствуют боль? Я один из немногих несчастных живых, застрявших в Элизии. Ты несчастен. Почему не сбежишь? Я пытался. Но если Персефона хочет, чтобы ты остался, живой или мертвый, ты остаешься. Аид многому ее научил. Значит, ты тот самый источник неприятностей. Адонис, к твоим услугам. В распоряжении Персефоны войско, под ее властью почти весь Элизий. Очень скоро ее неприятностям конец. А если я помогу? И зачем это нужно тому, у кого впереди целая жизнь? Мне нужно в царство Аида. Если из Элизии можно сбежать, свергнув Персефону, я помогу. Почему же ты сразу не сказал? Слышала, любимая? Ему нужно в царство Аида. Я попаду туда в любом случае. Но можно ведь и помочь друг другу. Знаешь что? На юго-западе отсюда находится крепость трех сестер. Один из оплотов Персефоны. Убей смотрителя, укради сокровища Персефоны, уничтожь факелы Гипноса, не привлекая внимания колоссов, и, быть может, я смогу тебе доверять. Расскажи о смотрителях. Самые доверенные и опасные слуги Персефоны. Глаза и уши Элизия. Без них царица будет слепа и глуха. Факелы Гипноса? Творение бога сна. Эти факелы дают Персефоне власть над умами людей. Чтобы погасить их, уничтожь их сердцевину. Колоссы, не нравится мне это. Они защищают смотрителей. Колоссов лучше не будить. А если прольешь кровь, они тут же проснутся. Почему источник неприятностей ты, а создаю их я? Ну что тебе сказать? Моя стихия — любовь, а не война. Тебе везет. Я умею все.
Кто тут свистит?